Алло. Где? Куда спешишь ты? Жена рожает. Нашли время рожать. Тебя же нашли время родить. Джоги рули. Тебя в клубе что ли рожает? А быстрее нельзя. Успеешь на тот свет. Хорош, Шорох! Губу опять разбили. Пошли, грех. А ты вовремя? Водила медленный. Это что за боец? Ты кто, мальчик? Диджей. Иди пластинку поменяй. Видишь, как друг наш всех уделал? Музыка ему твоя не понравилась. Бегу! Одна из причин запоя. 5 букв. Жажда. Уважаемые пассажиры, просьба пристегнуть привязные ремни. Хорош шутить. Водила медленный, а кулак быстрый, да, Гера? Вы без меня, смотрю, нормально управились. Да раз, два, три, готов, да, Гера? Ну, ударь меня, ударь. Ну, отвали вы. Дорогу смотри. Полетели. Куда летишь на красный? Thank you.
Нифига себе! Хорош! Давай по тормозам! Да без тормозов мы! Это как? Раком кверху, как? Бля, держись! Что это было? Это что было? Гроб! А чё вдруг гроб? А педаль пуста! А чё педаль пуста? А подрезали, пока по мордам им били! Бля, мы по мордам, нам по тормозам! Чё непонятного? Это что ж за морды такие? Такие! Какие? Путовские! Напоролись, значит! Шорох! Ягре! Чё они докапывались до тебя? Пила-пила, они типа я послушаю! А типа нет! А какой на тёрке их, путовских хэт? Слышь, отправляй тебе на кое, что без колёс теперь я! Бабку с мамкой прищебить решил, как завод закрыли, каждый день пьянка, гулянка. А клуб при чем? Куда же еще от греха подальше? От меня подальше? Вот и получилось! А, понятно, цепная реакция! Точка! Если с тобой чего, то и нам перепадает! Ты не один, даже когда один, вот такая фигня! Даже когда так думаешь, ты стакан взял? Девочке присунул? То же самое! Наметил вчера одну, не успел! Че за девчонка-то? Тебе понравилось! Фу! Освободить завод. В противном случае будут применены спецсредства. Физическая сила. Скажите тем, кому в жопу лезете, если не выплатят, что должны, я нахер разнесу здесь все! Совсем охренел. Колька! Куда? Михаил, уходи, прорвались что ли? Ты. Работа такая! Ты пешком ходил под стол, когда я на заводе работал! Гер, что ж делаешь-то, а? Мы ж когда в цеху вместе были, хоть зарплату давали, а сейчас ни хера, Гер! Хорошо устроился, а мне как теперь? Жить-то на что, а? Тебе? К нам давай! Куда к вам? Палками, блядь, матка! Подумай! Коля! Пусти! Пусти! Делаешь урон! Не дергайся! Давай! Стоять! Все!
Все! Сычарок! Все! Ты как? Нормально. Опять губу разбили? Это ж псих с баллона. Чё застыл? Да бабка мой. Где хлеба? Слишком не хватает. Пятый, ну чё ты такой нервный? Под крепление пойдёшь, селезёнская шесть. А чего у вас там? Бытовуха. Мужик стоял на крыше. То ли режет, то ли скидывает бабу. Так вы чё, с бабой без нашего или не управитесь? У нас задание. Что у вас там еще? Спец. Особой важности. Поехали в джоги. Бутовских навестим. Белое заказать. Солью! Солью надо. Чё завис? Брёт, не смотрит. Ворона слепая. Да и вообще по барабану. Буца это баба. Пошли. Она ведь соседка моя, дом напротив. Кстати, как и я, на третьем этаже живет. Хоть на каком шорох? Нам такие не дают. А там такая любовь. И смотри, кто к нам пожаловал. Че надо, служивые? Присаживайтесь, ребята. Похавайте. Небось, голодные? Да они все на консервах своих. По рюмашечке, может? Не боись, я никому не скажу. Не положено. Давай, давай, давай. А маски-то? Где ваши маски? Вам идет, когда вас не видно. Да. Все, хорош. Пошли. А вы-то стрелять умеете? Автоматчики, бля! Все, охренел, что ли? Грех, ты не понял, это же они нам тормоза. Да ясно. Они, Грех, и это они, и то они, приговорили они нас. Не они, а Буц. Это ж его территория. Сука, заставил весь город на себя пахать. Слышь, а ты у братвы спроси, где он, или может, стесняемся? Да придушите их всех, и все! Не имеем права! Форма на нас! А на что мы имеем право? Работать по заводу гонять, или что? Да что мы можем, когда ничего не можем? Да пошел ты! Быть, может, пивка глотню? Глотнем! Глотнули уже! И каем до сих пор!
случилось? Ты чего? Да руку обожгла. Руку обожгла? Угу. Дай посмотрю. Дай поцелуй, пройдись. Искарик, хочешь? Хочу. Точно все нормально? Да ерунда, ничего страшного. За тебя. Бут! Выходи с пацанами в снежки играть! Бут! Ну сколько вас ждать? Чё-то у нас водила медленный. Слышь, чепка рору мучал. Хорош болтать. Давай в джоги рули. Кто бы сомневался. Слушаюсь, командир. Чё творишь-то? Ты больной, что ли? Проверка тормозов после речушки. А то пока Герка садился, мало ли, могли еще что-нибудь подрезать. Что, будем в клубе с ним разговаривать? Не, в клубе разнимут сразу. Его надо выманить как-то. А вот так и выманим. Ну чё, мы уставились? Пойдем разложим их по ступеням. Да угомонись ты. Чё смотрим? Глаза сильно выросли. Сейчас стуканет. Говорил, по ушам надо дать. Дурак ты, Шорох. До утра ждали бы, пока Буц домой не захочет. Отсюда убрался. Наше место. А, понял, сделаем. Смотри. Погнали. Лыков, а я и не знал, что официантом работаешь. Ты где так шестерить научился? Понял, сделаем. Да пошли вы. Смотри, куда ты идешь? Жопу себе посигнали. Понеслось. Лохматый, я не понял, что за шныри свои корыто здесь поставили? Ну что там, чего? Качаем, качаем.
Машину мы пинают, думаю, что заверещит. Чё так нежно? Мелкий, ты видел кто? Они туда пошли. Зачет тебе сегодня. Гости к нам. Алло, уважаемые, тачка чья? Вопрос задал, тачка чья? Слышь, ты иди сюда. Братан, твоя полегче, машина, полегче. Папаша твой! Папаша твой где? Он еще за тормоза за мной ответит, понял? Да пошел ты! Где хозяин? Где хозяин твой? Эй, спрошу, малыш! Сука! Сядь, говорят, сядь! Вот, сел! Кушай, кушай, мороженое! Сука, я вас всех достану! Вот. Ты мой маленький! За своих заступаться надо, урод! Да ты неугомонный! Мелкий, прогресс. У нас кулаки на прогресс. Легче раз и будет. Иди сюда. Слышь, Аня тебе звонит. Аня, классная баба, а? 4 абонента. Аня, мама, Глобус, Буц. Как ты хозяина зовешь? Папа или шеф? А может, так и зовешь его? Буц. На, звони ему. А чё у тебя всего 4 абонента? С тобой что, больше никто не дружит? Только мама и Глобус. А с Глобусом вы что делаете? Алло! Путешествуете? Алло! Ни хрена не слышно. Алло! Буц! Алло! Ну чё там, чего? Алло, Буц! Алло! Буц! Выйди на улицу! На улицу, за угол! Мы тут 3 каких-то кабанов поймали, разрулить надо! Че, он выйдет? Тихо. Голос какой-то другой. Да он понял, что звонит другой. Это Буц или не Буц? Ну, если Буц баба. Какая баба? Баб, ты чего? Че она сказал? Алык-то где? А это вопрос. Шорх, черный ход перекрой. Не вопрос. Ну чё, поработаем? Да ладно, чё ты смотри, не обоссысь. Готов голубую луну. Диджей имеет честь поздравить всех однополых товарищей. В подарок предлагаем уважаемой братве трижды прослушать композицию «Голубая луна». Братва! Не стреляйте друг в друга! Любите друг друга! Ласкайте друг друга и к чёрту этих баб! Раз в году нормальный пацан имеет право побыть самим собой! Буц! Я не понял. Не стесняйся своих чувств, Ахерина, своих эмоций! Чё за шняк молчит? Буц! Сейчас поем, разберемся. Совсем охренеть. Сядь, сядь, потом разберемся. Чё? Голубая луна! Вон он! Давай, братяги, зажигай! Буцовское братство приглашает друг друга на танец при свече! Честь моя, моя лишь честь! Это чудак. Черт. Уйдет. Не уйдет. Давай к столу, а я коридор перекрою. Давай, музыку. Ты что, больной? Чё думал, ты Буц? Мудак ты.
Да не я мудак, а только свет вырубил. Не видно ни хрена. Хорош болтать, давай. Ты в подвал, я на кухне. Грех! Грех! Чё? Тут нет никого. Даже женский турчик смотрит. Под столами его ищи. Давай туда. Он что ли этот Буц? А Гера где? Шор, когда он проскочил? Свет они вырубили. Попалась бы мне эта падла. Да, свет они вовремя. Ты где застрял? Заблудился. Ширинку застегни. Слышь, заблудился. С облегчением. Отметить бы надо. А это? Откуда знаешь? Ну, заначил малость, чё? Наступаешь? Как вы эту гадость пьете? Между прочим, падла, это я. Это я свет вырубил. Зачем? Да чтоб не знали, что нас четверо. И тебе по башке не надавали. Бардак! Позорище! Какого черта? Мы государевы люди, а у государя есть наместник. Этот наместник мне звонит и ставит на вид, что мои бойцы шляются по кабакам, невинных бьют и жмут их баб с хорошими людьми. Ведут себя, как непотребные скоты. Вранье. А еще мне этот наместник, или как там его, мэр, сказал, что если вы еще раз такое расформируют отряд, кедрени фени, и куда вы тогда? На завод? Гайки воровать? Все, нет завода. Был да вплыл. Псы вы драные! Разгонят, что ли? А какой нахрен разгонят? Кто их жопы охранять будет? А посадить могут! Кого? Кого? Вас кого? Не на ментовскую зону, а на обычную. Понял? Так точно. Значит так, чтоб у меня не высовываться. Пьяных собирайте. Мало? Мало. Парень. Хороший ты парень. Я помочь не смогу. И вообще, чего он ему напел в ухо? Мэру, певец этот. Про похождение ваше. Насолили вы, что ли, ему? Кому? Ему. Кому? Певцу этому, купцу. Не понял, кому? Значит, чтоб с этой минуты, вот с этой самой минуты, от кабаков на километр, а в свободное время занимаемся чем? Кройкой и шитьем. Молодец. Встань в строй. Есть.
дайте до пенсии спокойно годы служить. Достали. Нагнули, стыдоба. Поимели по полу. Ничего, ничего. Мы вот разогнемся. Слышь, служивый, с тобой Буц поговорить хочет. А я-то не хочу. Попадешься мне, я тебе болт в лоб кручу. Ну вот он, я попался. Сядь в машину-то, чё ты как маленький. Едь, чем на дороге. Покатать меня решил. Что-то девочка тебя катать. Стой. Знаешь ее? Кого? Ее. Знаешь. Может, и не знаешь. Хули ей с мусорком-то делать? Совочек собрать только, да и выкинуть. Ну ладно, иди работай. Пьянь слави. Повезло тебе. Иногда везет даже таким, как ты. Слушай, а чего в форме такие страшные, а без формы я тебя даже не вижу, а? Свободен. Сука.
Алло. Ну, говорите, ну. Давай поженимся скорее. Кто меня убить не убьет, но покалечит точно. Кто? Твой этот. За тобой, который. Маньяк. Ты еще не захочешь за урода замуж выходить, передумаешь? Не слышу ответа. Девочка моя. Тай, надень капюшон. Папа приехал, ура! Слушай, давай, на меня тащи. Господи, куда же они? Огромные такие. Осторожнее, машину не поцарапай. Да не поцарапай. В машине уже ничего не повредит. Тихо-тихо. Поехали. Осторожнее. Ну куда же вы ее такую? Какую такую? Ну какую? Огромную такую. Грех, я тебе говорил. Так я ж эту самую красавицу. Красавица, ты про потолки-то наши забыл, что ли? И так вон головой трескаешься. Давайте сюда ее ставьте. Точно. Грех, говорил же тебе, что не влезть. Давайте во двор ее поставим. Мороз, хочу подарок. Вот. Забыл. Подожди, сейчас лопату возьму. Давай, только глубже, его. Глубже воткните. Давай. Сейчас мы слишком присыпнем. И вниз. И... Ну вы осторожнее, что вы делаете? Детей прибьете. Иди, сейчас нам папа звезду принесет. Мы с тобой звездочку повесим. Беги с горки катайся. Что ж, давай. Танюш, чё? Давай звездочку. Чё? Папин закорки полезешь? Да, полезешь. А ну-ка не сюда. Ну-ка не сюда. Давай. Заболела спина, пойду посижу. Пойдем, Танюш. Пап, давай сюда. Герка, держи. Повесила? Да. Пойдем за следующий. Да, осторожно, Лука. Таня, не урони. Коробки, глянь. А я носик хочу. Кстати, лучше все. Подарок. Папа, я с той стороны хочу. А, ну пойдем. Таня! Таня! Беги к ребятам на горку, поиграй. Герка, какой-нибудь бинт или вату. Грех, кто? Что такое? Кепки, кепки он был. Шур, Шур. Сейчас. Кепки еще застыл-то. Ну, какую-нибудь аптечку из машины принеси. Направо. Давай. Да царапина. Да тихо ты. Тихо-тихо. Давай. Алкаш какой-то. Садись. Ты мне на радостях не ради смотри. Молчи. Давай. Ну где аптечки-то? Давай! Тихо. Да у них ножичков на меня не хватит. Герка тут ножичков-то. Они у него хотели-то. А ну-ка сядь.
Это за что это на тебя, Гера, а? За все время вообще ни одного раза. Сколько всего было? Нормально. Живой? Не догнали? Мари, давай в больницу его, а? Скажи, какую иди... больницу? Давай я отцу позвоню, отец поможет. Какой давай. Отец? Не догнали, говорю. А обещал Мир в командировку, когда в Чичим. Хоть бы хны. Ну, это отметить надо. Боевое крещение. Ну, отмечался он уже. Ну, Марин, там дома у нас заначка есть. Ну, принеси, что там. Страшно за тебя. Давай уедем. Я рапорт Батяне напишу. Он отпустит, держать не станет. Свой батя. Ты к матери моей поедешь? Я за тобой следом. Приеду, охранником устроюсь, и все. Все с концами. Побег. Билет бери и поезжай, не думай. В Москву поедем. Потеряться там легче. Знаешь, сколько там охранников? Хотя у тебя же своя охрана, а эти трое. А чё эти трое? Ну, куда денешься от них? А это поймут. А ты куда от своих денешься, которые мои гнобят? Мои твоих. Может, ты тут со мной лежишь? А с ним тебе как лежится? Не твоего ума дело. Он спас меня, я погибала. Год благодарил, не устала. А ты что, не знал, кому суешь? Кто очень просил. Ну да, ты изнасиловал. Ну, чуть незаметно было. Не суй, говорят, куда не просят. Я буду с кем хочу. И дела до этого никому нет. Как же мы с тобой, когда мы против всех? Девочка моя. А вот это мне не нравится. Слышь ты, козел! Слышь, я тебе говорю, гнида! Шорох, я не понял, ты что, у него бабу увел, что ли? А что это было-то? Штаны поменять не надо? Ага, вместе с носками. Что это такое? Война. Чё-то слишком грех.
Причина должна быть. Где Буц? А то мы ему задолжали много. Где Буц? Вернуть Болт, сука! Я тебе обещал, Болт, вернуть! Подарочек вам на подходе! Куда? Куда, сука, а? Где Буц? Ты мне его на блюдце принесешь, понял? На блюдце принесешь мне его! Что, Крылёвский? Пошли! Ну ты как? Все путем. Ой, нет, подожди! Ты что, больной, что ли? Что делаешь? Тебе не попало? Миша! Ты что обрызгал мою подругу, а? Слышь, братан, а может ты сам обрызгал ее? Чтобы она не залетела. Ты чё борзеешь? Я не путовский, я северный. Да нам что север, что юг, один хер разница. Ну, понеслась. Лык садит! Сука! Суп, смотри. Совсем озверел. Сука, блин. Слышь, овца, ты чё? Шур! Чё это было? Шур! Прилетело тебе. Ну а что, ничего страшного. Кости целы. Ушиб только. Все нормально. Гуляй, парень. Точно? Ты хорошо посмотрел? А то он нам здоровенький нужен. Да? Владимир Сергеевич, ну вы скоро? Иду, иду, Валя. Здравствуйте, Валя. Больной же перевязочный. Иду, иду. Это кто ж тебе так? Здоровый? Да сам. Сам? Сам. Споткнулся на ровном месте? На ровном месте. Хоть бы раз матери позвонил. Доктор, доктор, еще губа у меня. Губа. Одевайся, Шорох. По-моему, Вале я понравился. Пройдемте, коллеги. Я не понял, Лык. У тебя что ли травма головы? Я вас попрошу, доктор Лык. А сейчас у нас внеплановый обход первой травматологии. А это женский, по-моему? Точно сдурел. Я сейчас совершил обход. Есть какие-нибудь у нас студентки с насморком? А как же губа, Шорох? А что губа? По-моему, медсестре моя губа понравилась. Да, у кого травма лица, маски в кармане. Пройдемте, коллеги. Вот наши пациенты. Больных двое. Один с забинтованной головой сидит со скучающим видом. Другой лежит. Нога в гипсе, на тумбе. Обратите внимание, у него эрекция. Кровь приливает от ноги. А прикиньте, какой стояк будет, если обе ноги поднять? Точно наш. Подушка – это предмет обихода. А вот так – это вещдок. Да, подушка – это вредно. Кровь в голову не поступает. А у тебя и так, сука, заторможено развитие. Или же лучше ровно, как в гробу! Лык, хорош! Слышь, ты, доктор, сдурел! Доктор Лык. Это же не доктор. У меня же трещина! Да? Жрешь, наверное, в один рот, пока товарищ в гипсе.
Вот едало и треснуло. О, я так и знал, тут целый фруктовый склад. Ну что ж, сейчас мы тебя покормим. Вот, покушай, хочешь? Хочешь. Давай, жуй, жуй, ну пожалуйста, тебе это нужно. С кожурой смотри, там все самое полезное. Жуй, сука! Жуй! Витамины! Вот так. Вот. Тумбочку проверь. Вот, и сразу на выздоровление пошел. Потому что форка все необходимое. Жуй, жуй, мой хороший. Вот, смотрите. Надо было тебе арбуз еще купить. Кушай, кушай, мой маленький. Там все самое полезное. Это что такое? А, мы тут с обходом решили помочь тебе, папа. Вот этих вот взяли на себя, все у них тип-топ. До свидания, доктор. Очень хорошо даже. Очки отдай. Извини, пап, на тебя хотел быть похожим. Вон отсюда. Вот, фрукты покушал, арбуз еще просит. Аппетит вообще волчий. Обратите внимание, у него железо в моче. А вот теперь Буца давай. Буца мы. Сейчас возьмем его. Сегодня карта прет. Давай, погнали, перехватим его. Где мы его найдем? А мы к бабе его на хату. Были уже на хате. А вот сегодня возьмем. Ну, говорю же, как пить дать, карта прет. Обоих и возьмем, обещаю. Так мы его или бабу его? Кого? Да какая разница? Его, конечно. Ну, можно и ее, в принципе. Да ладно, пошли, нет там никого. Нормально, сексодром. Хотите? Хочу. Где он? Гуляет. Пошли. Куда же вы, ребята? Пошли, может, чай пошли. Хотите? А, с лимончик. Беги, беги, своих ты гоняй. Гер, ты че? Ты че творишь? Ты че делаешь, сука? Да ты че творишь? Порву за нее! Да отпусти ты меня! Сука. Тихо! Тихо. Влипли. Работа у нас нервная. Да не про то. Про что? Да так вообще. А вообще, что это было? Водила опять медленный. Зато по бабам быстро лазит. Я сейчас поговорю тут кому-то. Пойдемте, Андрей Петрович. Да. Пройдемте к машинам. Слушайте, а сколько сейчас народу работает на заводе? Сегодня 8 тысяч. А раньше? Было когда-то 45 тысяч. Андрей Петрович, пожалуйста. Да вы что? Да-да, серьезное было производство когда-то. Продали, суки. Папаня, подарочек новогодний. Спасибо вам большое. Все, давай, пока. Поздравляю вас. А? Спасибо. Пошел вперед, блокировать! Отойди! Слышь, аккуратно! Садитесь в машину, уезжайте! А что такое, Петрович? Прошу всех по машинам! В чем дело? Назад! Широко! Твари!
бережет. Уцу привет! Ребятам, тюнинг, как у Феррари, да, Грех? Неплохо. До утра. Может, тебе лучше в отпуск сходить? Зачем? Затем, что ты мудак. Ладно. Пока. Покакаешь дома. Все, покедово. Тип-топ, маленький. Будь здоров. Папане привет. Приехали. Что тебе снится, крейсер «Аврора»?
Дерьмо. Чего приходила? Скажи! Ты не понял? Нет! Я тебе сказала! Наш опаздывает, как всегда. Водила медленно. Ну? Давай. Позвал его все-таки, да? Так что он у вас такой, я не знаю. Я не буду вот. Да не Новый буду, год я говорю. Все-таки на нас или нет? Да. Новый век. А это сухой вино? Новый грех. А он в старом залив. Сухой? Вино сухое? Да. Тебе нельзя. Пей лимонад пей. Это ему нельзя, мне можно. Ну что? Ну что, с Новым годом! Ура! Проводим старый, проводим старый. На счастье! Прощай! Давай чокать. Теперь мне надо до дна это пить все. Пойдем покурим. Шорох, зажигалка есть? Ага. Так, сладкое нельзя, нельзя, сладкое после, хорошо? Все. Ничего. Ну, только вы недолго, ладно? А то у меня все остынет. Да сейчас мы. Картошку неси. Так, дверь закройте, пожалуйста, а то дым валит. Сейчас. А совсем не думаете. Сейчас, сейчас. Дверь прикрой. У нас что, не выходной? Мучительно над ним размышлял. Сегодня последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я много раз слышал, если любыми путями будет держаться за власть, он никому ее мужики, не отдал. Иди сюда. Это вранье. Я ухожу. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами. Водочка подоспела. Молодец, спасибо. Забери пустое, забери пустое. Давайте, накатим. Наступающий. Давай, наступающий.
удачу! За удачу в новом году! Машина уходит. Давай сейчас. Ну, что, господа хорошие? И не вы очень. Нас покидаете? Но ненадолго. Ну, мы надеемся, надеемся. Встретимся в новом веке. Ладно, обещаю. Ну вот, а теперь за нашего дорогого Михаила Ивановича. Само собой. Гусаров, ты везучий, а? Это тебе подарок на Новый год. Шоро. Она моя все равно. Моя, понял? Еще детей мне родит. В гости пригласил. Что? Нет, братан, это не все! Как долго? Вперед! Где? Уехал. Сам за руль сел. А тебя танцевать ключи оставил? Что? Ключи давай. Ручника сними. Остановится сейчас. Не остановится. Давай, давай. Давай, поджимай его! Давай, Гера! Давай еще разок, Гера! Это газуй!
Ёлки-палки. Как назло в мою смену, а? Вот куда гнал, бля? Слепой, что ли? Дурак. Чёртов. Ведь видно было, что шлагбаум закрыт. На пруд не смотрят. Думаю, денег много, так все можно. А вот и нельзя. Бабу жалко. Какую бабу? Там. Михалыч! Михалыч, ты что, оглох? Перехватили они ее, значит. Вот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал горемыка до суда. Раньше времени не понял, зачем послали сюда. Один как сажа, другой как пух. Можно увидеть их, когда кричит петух. Спросить, как жить, главное с кем. Но им запрещено обсуждение этих тем. Давай сам решай, потом плач. В голове на плахе себя узнал палач. Покатилась колобком по тропинке сердца. Привет, лиса, я ждал тебя с детства. Тетит жизнью кошки. Ворон живет 300 лет. А нам с тобою немножко. Пока не выключат свет.
жизни кошки. Ворон живет 300 лет.